Нужно быть осторожнее. Thank you.
Много добычи. Нужна дружина. Стой! Эй, сюда! Помогите! Вижу добычу! Ну же, помоги мне! Эй, подойди-ка сюда! Please.
Эй, я сам не справлюсь. Тебе конец. Идем на корабль! Всех нас. Уходи отсюда. Выпустили меня отсюда, уроды! Что, боитесь? Правильно! Откройте дверь, и я вас всех... Помогите! Помогите! На помощь! Кто-нибудь, прошу! Все позади. Что ж, спасибо тебе. Хотя я бы потом и сам их всех прикончил. Почему, думаешь, я попал в клетку? Они меня боялись? Возможно. Раз ты так страшен, поищи себе безопасное место. Не ради себя, а ради турсов. Они тоже хотят жить. И то верно. Кстати, там, откуда я родом, принято платить добром за добро. Найди меня в убежище Хода, там, где огромная сокровищница. Я тебя отблагодарю. А если хочешь еще пару черепов раскроить, то слушай. Они все болтали о своем главаре, та еще погонь. Если я все верно понял,
Искать надо в лощине, у болот, к востоку от Афальватмюльны. Раз так, то пойду поищу их, главаря. Буду сидеть в убежище Хода и ждать вестей о славной битве. Пусть эти твари ответят за все. Удачи тебе.
Я горю! Мощь Игдрасиля! Thank you.
Йо! Она. Это она? Тебе нужна помощь? Тут теперь небезопасно. Небезопасно? Да этот город. Жемчужина Свартальфахейма. Тут точно безопасно. Сын обронил игрушку, а я ее ищу. Хотя зачем? У него дома и других полно. Да и мне пора домой. А то жена будет волноваться. Пойдем со мной. Встретишься с моим сыном. Он всегда мечтал познакомиться с настоящим асом. Не тревожься. До нас дошли слухи о вторжении детей Муспеля. Но у них нет причин нападать на Свартальфахейм. Они уже здесь. Очень близко. Потому и хочу, чтобы ты нашел убежище. Ох уж эти асы. Вы те еще шутники. Это всем известно. Скажи мне. Ты знаешь Тора? Да, мы очень близки. Мой сын больше всего на свете любит слушать истории о Торе. Может, ты тоже нам что-нибудь расскажешь? Пойдем скорее. Ах, да, конечно. А где остальные? Остальные? Ну как же, вот они повсюду. Смотрят из всех окон. Не обращай внимания. Не каждый день у нас в гостях асы. Что такое? Прости, я... Ах, как я невежлив. Запамятовал, как тебя зовут. Скажи, как к тебе обращаться? У меня много имен. Для друзей я Хави.
Зови меня так. Ох, Хави. Хорошее имя. Пойдем в твой дом. Что? А, да, да. Вон, следующий дом мой. Прошу, шагай осторожнее. Жена только этим утром посадила цветы. А, и ты... Ты это видишь? Вижу что? Турция! Из Муспеля! В моем доме! Нет! В чем дело? Это она? Игрушечный молот. Неужто? Это Мьёльнир. Мой сын его обожает. Ты знаешь Тора? Ты ведь уже... Да, мы очень близки, да. Мой сын больше всего на свете любит слушать истории о Торе. Может, ты тоже сможешь нам что-нибудь рассказать? Он должен быть здесь. Скоро он будет здесь. Друг, тебе нужно уходить. Здесь опасно. Ты ведь и сам это знаешь, да? Опасно? Но ведь этот город – жемчужина. Послушай меня. Твоя жена и твой сын не вернутся. В этот город уже никто не вернется. Скорее всего, они мертвы. Все мертвы, кроме тебя. Турсы из Муспельхейма убили их. Другого объяснения нет. Ты ошибаешься. Или издеваешься. Не знаю, что хуже. Мне плевать. Вон из моего дома. Оглянись вокруг. Это не дом. Это могила. Я сказал, поди вон! Выметайся! Я пригласил тебя. Рассказал о своем сыне. Где он? Где мой сын? Что с ними? Где они? Уходи, пока и тебя не нашли великаны. Прочь. Уходи. Что ж, хорошо. И поверь, мне очень жаль. Не стоит привлекать внимание. Станешь пеплом! Вместе мы сойдем!
здесь лучше не шуметь. Умрешь быстро. Huh?